Андрей Иванов провел очередное плановое заседание Совета депутатов Одинцовского городского округа. В своем выступлении глава обозначил ряд основных задач на 2020 год. Это и соцподдержка населения, и увеличение рабочих мест, а также вопросы здравоохранения, образования, культуры, транспортные проекты и строительства. Среди знаковых жилых объектов, проблемных объектов, которые будут сданы в 2020 году, это дома жилищного комплекса «Высокие жаворонки». Люди в этом жилом комплексе ждут своих квартир с 2016 года. На заседании было рассмотрено 12 вопросов, в том числе утверждение 2-й-3 списка членов окружной общественной палаты, в которую вошли активисты и представители общественных организаций. Также рассмотрели изменения структуры администрации муниципалитета, порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».